Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Алексей Степанов, капитан команды SAP. Как прошла игра? Ну, у нас это вторая игра после первой игры, которая была тяжелой после карантина. Вся команда собралась. Это, конечно, сказалось, мы проиграли, но со второй игрой у нас получилось собраться. Поменяли чуть состав, поменяли тактику. И удачно провели, хорошо сыграла оборона. Борис Марков сегодня забил 2 мяча. Показал лучшую свою игру, переломил ход встречи. Помог нашей команде победить. Все молодцы, всем спасибо. Спасибо, все хорошо. Всего доброго.